Примерить снаряжение пожарного и посмотреть на работу огнеборцев смогли воспитанники 26-й школы Якутска. Сегодня ребята побывали на экскурсии в пожарной части. В этом есть и воспитательный момент, ведь дети усваивают правила безопасности. Виталий Абрамов продолжит. Огнеборцы показали ребятам предметы боевой формы, диспетчерскую службу, помещение для отдыха. Некоторым школьникам посчастливилось даже посидеть за рулем пожарной автоцистерны и самим примерить боевку пожарных. Для детей – пожарный герой, спасающий от огня людей, стоящий на пути у разрушительной огненной стихии. По мнению педагогов, совсем по-другому усваивается правило пожарной безопасности, когда об этом рассказывают сами пожарные, сопровождая все наглядными материалами. Они вот очень эмоционально на все реагируют, им все это очень нравится. Я надеюсь, что это очень познавательно. Как говорят сами спасатели, школьники у них бывают часто, и для детей не всегда открыты. Ну, детям, конечно, интересно, большие красные автомобили, что находится внутри. Они не раз видели, как машины выезжают, приезжают на пожары, тушат. Им очень интересно было посмотреть на жизнь пожарных изнутри. Довольные ребята с неохотой покидали пожарную часть. По пути домой многие мальчишки всерьез задумались о выборе профессии. Осталось только выбрать, стать пожарным или спасателем. Виталий Абрамов, МВК Саха, Якутск.